два часа осталось, да? Два часа, да. Типа до новой операции, но она прям типа сейчас будет. Как делишки? Чарли, сколько раз повторять? Не поясничай! Как дурак! Прости, прости. Слушай, я хотел спросить, как насчет сделки? Баш на баш. Что там у тебя? Например, свежие протоколы защиты иранского спецназа, но только если у тебя есть то, что мне нужно. Гонишь? У меня есть исходный код, брат. Если подкинешь парочку программ для взлома, а в них ты мастер, то я, возможно, буду рад поделиться тем, что нарою. Ага, как в тот раз, когда ты предложил админский доступ к швейцарскому банку? Кто старое помянет, тому глаз вон. У нас же... Все? Есть новости, Оли? Сигнал движется на юг по трассе 95. Есть снимки с дорожных камер по этому маршруту. Передай их, Чарли. Сменит курс, сообщим. Я думал, он нас бросил. Он с нами. У нас есть часть номера машины. Работай. Понял. Судя по сигналу, оружие уже почти в Филадельфии. Зря мы дали довести его до Штатов. Если не остановим их... Мы остановим не их. Мы остановим все теракты. Я тут просматривала результаты допросов из Чикаго. У Садика есть круг доверенных командиров. Скорее всего, они координируют атаки черного списка. Если взять координатора живьем... Можно узнать, где планируются теракты. Самое время идти ва-банк. Этот фургон взят на прокат, и по той же левой карте взяты еще 5 машин. Маячок! Замедляются. Трасса на Орегон. Сворачивают к пригородам Колумбуса. Городское депо. Видео с камер наблюдения. Другие машины уже на месте. Они готовы к взрыву. Садимся. Аэропорт Филадельфии дал разрешение на посадку. Экипаж, заходим на посадку. Ты разобралась с бомбой из Лондона? Практически. Есть простая процедура обезвреживания. Супер. Чарли, нам надо заглушить радиосвязь в районе. Исключим дистанционный подрыв. Понял. Брикс, идешь со мной. Выдвигаемся. Да. Да. Дымовую шашку лучше использовать на открытой местности и когда рядом противник. Ты нахуй. Нейтрализуйте противника в первом фургоне. Сними их до того, как взорвут бомбу. Готов. На позиции. Вижу их. Водитель помечен. Понял. 3, 2, 1. Сэм, найди первую бомбу, пока не поздно. Начинаю бой.
Всем укрытие! Все чисто, Сэм. Встречаю тебя у фургона. Так, как им туда забраться? Грим, я обезвреживаю бомбу. Поняла. Ставлю радиопомехи. Круто, сигнал хороший. Сэм, есть местоположение еще трех бомб. Одна рядом в тоннеле, вторая на хоздворе, а третья в депо. Времени в обрез, это слишком большой разброс. Разделимся. Высылаю координаты на обсад. Говоришь прямо как Грим. Все чисто. Грим, есть данные на лидера? Высылаю данные на обсад. Согласно данным разведки, этот теракт организовал именно он. Поговорим с ним. Удачи, Брикс. Отбой. И во что я только ввязался. Скорей, Брикс. Отключи бомбу, пока ее не увезли. Понял. Найти фургон. Там нервный газ. Нашли газ, вырубаем эту штуку. Готов. Еще один готов. Погнали. Как необычно. Фургоны очень похожи на те, что Чарли видел на камерах. Похоже на берлогу Чарли. Ага. Лифт только что поехал. Жди новых гостей. Пока не зачищу зону. Ну, едут, тут.
последний. Нужно заняться бомбой. Грим, я на месте. Грим. Эй, Брикс, у нас есть полная схема бомбы, которую Сэм щелкнул в Лондоне. Там внутри аэрозольная система. Думаю, так Сэм и траванулся. Ты справишься. Надо всего лишь осторожно открыть корпус. Нет, и... Нет, дай сюда, Грим, живо. Она нужна Сэму, ищет лидера. Думаешь, я прямо счастлив работать с тобой? Отвянь, Брикс. Просто сбрось данные на мой обсад, Чарли. Сейчас усрется. Обезврежено. Я уже на месте. Сэм, на той стороне виадука инженеры активируют бомбу. Пули лети туда. Хорошо. Сэм, судя по СМИ, вокруг бомбы все заминировано. Сэм, все противники на земле. Никого на крышах вагонов не видно.
Так, чего ты там? Переправили на поезд. Как-то смешно, ты упал. Чересчур вас. Снайпер в таком случае вообще. Так, он есть? Так он на мину так не нарвется. Sniper 1, check the meter. Everything's clear.
все расстрелял. Сейчас обезврежу. Так просто? Мне не впервой, Брикс. Объект обезврежен. Быстро он. Понял. Я в депо. Триггер показался? Пока нет. Чарли все пытается его найти. Я иду. Будь на связи. Брикс, последнее устройство в депо. Пара секунд. Нужно быстрее добраться до депо, пока кто-нибудь не снес мне башку. Тебе удобнее попасть через второй этаж. Понял, спасибо. Лезу выше. Я в депо. Где эта бомба? Ну, ты это уже делал.
Эй, Чарли, я у последней бомбы. Понял. Я могу тебе помочь? Нет, справлюсь. Спокойно. Одна попытка, Брикс. Вот и все. О, черт, Чарли! Я дернул красный провод, это плохо? Что? Еще как? Быстро вали оттуда! Шучу. Мудак. Сэм, все обезврежено. Выдвигаюсь. Подбираюсь к лидеру. На пол! На пол, если хотите жить. Клянусь богом! Вот черт! Это Гаррет, пост 34. Тут еще один, нужна помощь! Тихо! Тихо! Просто успокойтесь все! Пусти заложника! Ты идиот! Не геройствуй! Один уже пытался. А? Стой! Стоять! Да ты издеваешься? Брось оружие! Немедленно! Грим. Позор. Свежий воздух. Ну и позорище, Сэм. Средства переведены. С бомбами уже работают, а Сэм вернулся из участка. Да, я слышал. И спасибо за помощь. Что? Нет, ничего. Наслаждаюсь моментом, чувство локтя и вообще. Хорошая работа. Спасибо. Впервые я тебя обогнал, а? Бомбы, террористы. Опаснее всех оказался чокнутый коп в метро. Не нравится мне это. Инженеры не хотят проиграть. В чем дело? Инженеры сняли еще одно видео. Вам нас не остановить. Отзовите войска. Переговоров не будет. Терактов будет больше. Так.
место новое. Все остальное как всегда не хватило. Папа? Сара, хотел узнать, как ты там? Что случилось в Филадельфии? Не верю, что всех спас какой-то коп. Что за чушь? Долго объяснять. Не верь всему, что видишь по телевизору. В сети то же самое. Ты сам как? Хорошо. Опережаю черный список и предотвращаю войну. Угу. Президент сменила курс. Мол, есть новые сведения. А люди ведутся. Это повод вернуться к работе. У тебя кругом одни поводы. Не буду тебе мешать. Никогда не мешала. Ты мой главный повод, малыш. Один из них, пап. Ладно, хватит. Созвонимся. Он на месте? Сэм, скажи мне, если захочешь улучшить что-то в самолете. Пока да. Эксперты прибудут через пару дней, но не станут общаться. Там две хуники-то улучшить, да? Все. Еще давай.